Всем привет, это Александр Стрельников и Дмитрий Игнатьев, и мы гитаристы группы Тантал. И сегодня мы хотели бы рассказать вам историю создания нашего нового альбома, который называется Expectancy. К моменту начала записи альбома мы поняли, что он будет несколько другим по сравнению с предыдущим. Он стал более интересным, более разнообразным, более сложным. Мы больше внимания уделили аранжировкам и вокалу, особенно чистому вокалу. Запись этого альбома далась нам нелегко. В течение 3 лет мы его записывали. С переменным успехом все происходило. Вот. А началось это все в 2011 году, когда мы оказались на пороге уже знакомой нам студии под названием Gigant Records. Слав, ты готов сделать очередной плевок в историю тяжелого металла? Да. Могу считать. Собственно, день первый, начинаем запись. Вот. Играем, чем богаты, тем рады. Спасибо, Костя. Всегда пишем пачкой, арендуем студию на несколько дней. Вот, это довольно удобно, потому что не надо возиться постоянно с расстановкой микрофонов, инструментов. То есть все быстро происходит. В этот раз Вячеслав Гуровой, наш барабанщик, управился за 4 дня. День 3. Уважаемый. Ты уже здесь живешь? Да. Браво! Beginning of the end. Заебись. А после этого мы приступили к следующему этапу записи гитар. Thank you.
А теперь так, как оно должно звучать. В этот раз мы хотели поэкспериментировать над звучанием, не ограничивая себя временными рамками. Поэтому мы побывали практически на всех известных студиях Москвы. С ними экспериментировали разные усилители, кабинеты и тому подобное. Саня, ты... Ламповая голова, дай поиграть, нахуй иди! Прислушай, блядь! Прислушай, блядь! Ну, бля, оставь вот этот кач, ёпта. Не слушай, бля. Ну, давай, хуярь, да. И тут, тем более, ещё по 4 дорожки идут. Не, вот этот момент надо, вот. Вот этот самый. То, что он похрипывает, это как бы то, что мы тремучим. То, что он похрипывает, это как бы Слушай, блядь! В результате наших поисков мы остановили свой выбор на студии Kif Records под руководством Игоря Королева. Игорь быстро понял то, что нам нужно, проявил себя с очень хорошей стороны, то есть мы нашли быстро общий язык. Он довольно-таки творчески подошел к нашим запросам. Было несколько пробных вариантов, то есть очень легко было и приятно работать с ним. Он также ответственен за сведение и за мастеринг нашего альбома. Также мы его долгими вечерами, наверное, пытали в период наших активных поисков вокалистов, потому что ему пришлось вместе с нами отслушать там десятки кандидатов, да. Вот, так что он проявил большое терпение по отношению к нам. За это мы ему очень благодарны. Ну, очень. Записи гитары я использовал свой основной инструмент компании ESP марка Horizon FR 2. Все партии соло гитары, как и на предыдущем альбоме Beginning of the End, я исполнил на нем. Этот инструмент я приобрел еще в 2004 году. В принципе, с ним сыграно очень большое количество концертов. Как видите, студийная запись на нем была. Отличное дерево. Высохшее? Иссохшее. Иссохшие. Я надеюсь, женские трусы не будут иссохшими, когда они будут слушать эти партии лид-гитар. А какие будут? Мокрые. Да. Для записи партии ритм-гитары в этот раз я использовал инструмент фирмы DIN, это модель ML Time Capsule 2001 года. Одна из 50 юбилейных гитар, которые были выпущены в 2001 году, так что на альбоме будет настоящий жир. Жир такой прям пробирает аж. Ух! Как и на прошлом альбоме, для записи соло-партии я использовал гитару ESP M2. Вот она, собственно.
рядышком находится. Отличный инструмент, который поддержал меня на протяжении многих лет, как и в студийной, так и в концертной работе. Есть кнопочка Kill Switch, которая сделалась, ну, наверное, года 2-3 назад. А в остальном инструмент, вот как из магазина, до сих пор. Покажи вот здесь. Ну, это да, это важная часть. Все крутые музыканты играют без задней крышечки, это надо запомнить. Покажи свою. Ну, вы поняли. Последним этапом была запись вокала, после которого мы были вынуждены приостановить запись на год или полтора в связи с творческими разногласиями с нашей вокалисткой. На момент начала записи альбома у нас было готово уже полноценное демо всех песен. Все партии вокалов были уже выверены. Вот. Но в результате, когда начали писать это все на чистовую, возникли разногласия творческие, можно так сказать, с нашей Софией. Вот. И мы приняли такое довольно-таки роковое решение для всех, то, что мы продолжим без нее записывать альбом. В результате, как Саша сказал, мы остановили запись полностью, сосредоточились на поисках вокалистов. Это заняло очень довольно-таки большой промежуток времени. Вот. Мы практически отчаялись уже найти человека, который бы смог воплотить все наши задумки на студии, жизнь. Вот. В результате взяли в начале 2013 года небольшую передышку, которая, наверное, пошла нам на пользу, и мы уже со свежими головами решили, если нет, так нет, будем работать с сессионными вокалистами. Мы решили на экстремальные партии позвать Влада Лобанова из Vector of Underground. Влад превосходно справился с своей задачей, и Влад очень приятный, харизматичный человек, и поэтому ему огромное спасибо за эту работу, который, собственно, и подтолкнул нас к завершению ее. Да, было здорово очень работать с ним. Погнали! Вообще нихуя. Чё? Хотя доёбываться будет до конца сессии. Не-не. Мне кажется, аутсайд надо чуть-чуть продольше протянуть. Зачем? Ну давайте послушаем чистый. Вот. Мне кажется, надо. Четко, вот он кончил, она начала. Доктор прописал. Кончил? Кончил, она взяла и начала. На записи экстремального вокала мы возобновили поиски чистоголосых певцов. К нашей удаче мы нашли достойного кандидата, который доказал не только словом, но и делом то, что он может справиться с поставленной задачей и стать полноправным участником нашей группы. Это оказалась молодая певица Милана Славицкая. Вот. Поскольку был кастинг такой, ну,
жесткий, наверное, можно так сказать, потому что мы приглашали певцов, которые готовили заранее песни наши с демо, снимали все партии вокала и приходили непосредственно уже на студию. И мы смотрели в реальных боевых условиях, как человек справляется. То есть довольно-таки такое ответственное задание. Вот. Она справилась, записала нам полностью весь альбом, стала полноценным участником Тантала. Ну да, там в фоне. Это нужно. Привычка. Ну, я переучусь снова. Это Лёша. В туалете учил. В бане. Как и на предыдущем альбоме, на этом присутствует инструментальная композиция. В этот раз это небольшая акустическая вещь, в которой у меня была готова партия скрипки. Не хотелось использовать никаких сэмплов, поэтому я попросил Лену Лесных из группы Blackthorn записать эту партию. Лена превосходно справилась, трек получился очень интересным, очень душевным, прямо так я и задумывал, и поэтому я надеюсь, что вам очень понравится этот трек. Даже, наверное, по сравнению со всем говенным альбомом. Вроде ничего было. Ну, давай послушаем. Уже сложившейся традиции, на новом альбоме будет присутствовать партия клавишных инструментов, различные синтезаторы. На первом альбоме Beginning of the End нам помогал небезызвестный композитор Александр Дронов. Для нового альбома Expectancy я решил попытаться сделать все клавишные аранжировки сам. Наверное, потому что тоже хотел стать небезызвестным композитором. Да, играть в группе Манга. В конце декабря 2013 года мы завершили запись альбома. Весь трекинг был готов, во что верилось большим трудом. И сейчас особо не верится. Потому что этот альбом отнял у нас 3 года постоянной какой-то борьбы. Нервотрепки. Да, и нервотрепки. Вот. За февраль-март на студии Kif Records Игорь Королёв свел, отмастерил наш альбом. И сейчас, весной 2014 года, альбом увидит свет на лейбле Mazar Records. Наконец-то. Да, наконец-то. Надеюсь, вы оцените его. Да, вы оцените. Все, всем пока, увидимся в сети. Присылайте свои фотки трусов. Фотки мокрых трусов.